Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас на странице 89 мы выполним упражнение номер 12 учебника математики для 2 класса автора Маро. Вычисли и сделай проверку. 43 плюс 51. 43 плюс 51. Выполняем действие в столбик и начинаем вычисление с единиц. 3 плюс 1 равно 4. 4 плюс 5 равно 9. Выполняем проверку. Для проверки мы из суммы 94 вычтем второе слагаемое 51. 4 минус 1 равно 3. 9 минус 5 равно 4. 43. У нас получилось первое слагаемое. Значит, мы действие выполнили правильно. 32 плюс 63. 2 плюс 3 равно 5. 3 плюс 6 равно 9. Проверяем. Из суммы 95 вычитаем второе слагаемое 63. 5 минус 3 равно 2. 9 минус 6 равно 3. 32. У нас получилось первое слагаемое 32. Тридцать шесть плюс 59. 6 плюс 9 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 5 равно 8, еще один в уме, 95. Для проверки из суммы 95 вычтем второе слагаемое 59. Из 5 вычесть 9 мы не можем, занимаем у 9. 15 минус 9 равно 6. Здесь уже не 9, а 8. 8 минус 5 равно 3. 36 у нас получилось, первое слагаемое 36. 98 минус 76. Из 8 вычитаем 6, получается 2. Из 9 вычитаем 7, получается тоже 2. 22. Для проверки к разности 22 прибавим вычитаемое 76. 2 плюс 6 равно 8, 2 плюс 7 равно 9. 98 у нас получилось, уменьшаемое 98. 85 минус 24. 5 минус 4 равно 1. 8 минус 2 равно 6. 61. Для проверки к разности 61 прибавим вычитаемое 24. 1 плюс 4 равно 5. 6 плюс 2 равно 8. 85. У нас получилось уменьшаемое 85. Значит, действие выполнено верно. 71 минус 48. Из одного вычесть 8 мы не можем, занимаем у 7. 11 минус 8 равно 3. Здесь уже не 7, а 6. 6 минус 4 равно 2. 23. Для проверки к разности 23 прибавим вычитаемое 48. 3 плюс 8 равно 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 4 равно 6 и еще 1 7. Получилось 71. Уменьшаемое, действие выполнено верно. 43 плюс 19. 3 плюс 9 равно 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 1 равно 5, еще 1, 6. 62. Для проверки суммы 62 вычтем второе слагаемое 19. Из 2 вычесть 9 мы не можем, занимаем у 6. 12 минус 9 равно 3. Здесь уже не 6, а 5. 5 минус 1 равно 4, 43. И последний пример, 100 минус 86. Из 0 вычесть 6 мы не можем. У десятка занять мы не можем, занимаем одну сотню. 10 минус 6 равно 4. Здесь уже не 10, а 9 десятков. 9 минус 8 равно 1. Получилось 14. Выполняем проверку. К разности 14 прибавим вычитаемое 86. 4 плюс 6 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 8 равно 9. И еще 1 – 10. Получилось 100. Получилось уменьшаемое 100, значит, действие выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.